Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Вот у нас три поросенка, как в сказке, на продажу готовы. Вот свинка, мамочка, мамочка. Значит, поросяток было больше, 11 было. Часть забрали, вот осталось трое. Не скажу, что они маленькие, все они. Возраст у них чуть больше месяца, месяц там не неделя, по-моему, что-то такое. Как видите, вес у них такого здорового, килограмм 12, может даже 15, и те все 10 плюс, я думаю. Сейчас я покажу поближе, только мамочку выгоню. Мамочка, пропускай сейчас. Немножко у нас, конечно, уже выработано в плане, давай, выходи, погуляй. Мы им сейчас кушать дадим с поросяткам. Итак, поросятки наши, сейчас мы им насыпем еды. Я вам их покажу поближе. Пока мамочки нет. В общем, давайте сейчас посмотрим на них, чтобы вы поняли. Вот самый большой, да? Тут килограмм 15. Если не больше. Мальчик. Это девочка. Не, мальчик. Лысый. Мальчик тоже. 10 плюс. Так, яйца на месте. Два яйца, никаких мудряков нема. Как видите, петренчик лысенький. Жопка, все как любите. Девочка, чуть помельче, потому что девочка. Ну тоже, кил 12. Все бодренькие. Кушают самостоятельно. Возраст чуть больше месяца. Что они кушают? Давал БМВД, в принципе, но последнюю неделю уже не даю. Ну, короче, есть арбузы, комбикорм, пшеница, ячмень. Сами видите, я думаю, видно. Этот, ну, это трошки волосатенький, но тоже мясной. Мамка у них такая больше на ПТРН, а папа тоже ПТРН лысый. Вот того покажи больше на него. В принципе, два мальчика, девочка. Все 10 плюс. Поросята отличные, растут хорошо, не болеют. Проколоты были железом. Прививки два раза привиты. Можно брать на откорм без проблем. На развод, на откорм. Все будет замечательно. Мамка у них многоплодная. В Вопоросе там был один из поросяток. В общем, все, что только можно пожевать, все у них есть. Поэтому звоните, договоримся. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк, пишите комменты. Всего доброго.